вирусная инфекция ходит, да, не обошла нас стороной. Пришлось там корректировки перед самой игрой вносить. Ну и без ошибок у нас, без грубейших не бывает. Первый период сыграли там две грубейшие ошибки и проигрывали уже 0-2. Ну а за второй, за третий период хочу сказать ребятам спасибо. Сумели забить два гола, довести до овертайма, Ну, а буллитная серия и реализация моментов это в этом сезоне, это не наш конец. Вот. И спасибо хочу сказать болельщикам, которые нас поддерживали. Ну, крайний матч был. Неплохо начали, первый период можно занести в актив, очень хорошо двигались, все было. Второй период уже проседать начали, ну а третий период, не хочу переходить на личности, но ладно, это наши внутренние дела, разберемся. В общем-то, игра опять показала, на кого мы можем рассчитывать, в общем-то, да, в дальнейшем, в плей-оффе, а на кого только столовой. Но в любом случае, победа есть победа, как она достигнута. По буллитам или так, все это опыт, все это, в общем-то, очень хорошо в плане моральном, то, что мы по буллитам можем выигрывать. Поздравляю, в общем-то, болельщиков и команду. Команда, в общем-то, давила, сражалась, из себя последние силы, в общем-то, тяжелый график. Через три дня уже следующая серия начинается. Ну, все в равных условиях. Поэтому идем дальше. Спасибо. Ну, молото большинство очень хорошее. Если там играть недисциплинированно, давать шансы на удаление, то тяжело было бы. Еще бы тяжелее было. Ну, видели, как просели в концовке-то. В общем-то, я скажу, больше проиграть могли, чем... Даже в ничью сыграть. Михаил Николаевич, когда все-таки прыгать, когда он вернется с тех примерной сроки? Когда будет здоров, тогда и вернется, наверное. Куда я знаю. Есть какое-то переживание, что Егор Назаров сейчас просто... Ну а что делать? У нас есть Константин Владимирович Власов. Возобновить карьеру? Возможно. Он уже готовится.